Все как обычно. Заранее предупреждаю. Так, Олег Костинович, я правильно понимаю, что поливать черенки лучше на волчки, чем на боковой ветке? В то же время лучше на вертикальной ветке, чем на волчки. Значит, волчки, я их называю, в отличие от всех, ветки второго сорта по качеству. Почему? Нормальная ветка, за веткой, допустим, которой 2 года, идет та, которая 1 год. А ветка 2-летняя вылезла из почки на ветке, которая к тому моменту исполнилось 3 года. Все нормально, логично. Ярусы, даже у них есть нумерация. Даже называют ветки первого порядка, ветки второго порядка, чуть выше, третьего порядка. Как правило, все хорошо подслеживается, если саженец, сеянец. Так, вот. И когда сеянец начинает болеть, это отдельная тема, еще не раз поговорим, потому что фотографий у меня все больше, успокоиться не могу. Вот задали же вопрос, а оказывается, что я вам не рассказывал об этом, кроме меня никто не расскажет. И вот получается, на сеянце ветки вертикальные, так называемые волчки, появляются, когда дерево начинает болеть. Причин много. Отрезали ветку с дуру, сразу несколько появляются. Появляются как? Во-первых, вертикальные появляются, как правило. Не вниз растут, не вбок, а именно вертикальные. Вот. Для этого есть своя причина, я потом это чуть ли не схемы рисовать вам буду, если доживем до более качественных, ну, таких нудных разговоров. Вот. Как правило, вертикальные. Да, их ненавидят, не понимая причины их появления. А это будущая крона. Плевать на них — милое дело. Вот. Почему? Потому что они вертикальные, и этим сглаживается их недостаток. А недостаток то, что они ветки называются второго сорта. Ветки первого сорта, они, к сожалению, растут в бок, как правило. И редко-редко растут вверх. Вот нету фотографии, я проиллюстрировал бы. Но почти вертикальными ветками бывают ветки, которая законная, то есть ветка, которая идет 4 года, потом 3 года, 2 года, и вот 2-3-летняя ветка, или даже просто последнего года, достаточно толстая, ну, скажем, хотя бы с карандаш, почти вертикально, на нее привить можно. Любая проблема, вы знаете, что такое большой урожай? Это же беда. Помните советское выражение? В нашей стране самая главная беда – это урожай. Ну, действительно так, не дай бог урожай. Вот возьмет, да, уродит пшеницу, уродит там все, и все это погибает, естественно. Поэтому и говорят, что урожай — это большая беда. Так и тут. Вроде все нормально. И вдруг большой урожай. Я же вам показал свой абрикос. Видели упавший? Я же не случайно его показал. Ты же вертикальный был. А если чуть бок не удержать, сломается. А люди просто не привыкли к большим урожаям, поэтому для них особо-то и знать это не надо. Итак, возвращаемся к тому же самому вопросу вашему. Привать лучше на боковой ветке, но почти вертикальные, Игорь. Вот. Но, или уже только на пологе уж совсем не прививать, или уже на совсем вертикальные, на волчки, коль уже вариантов больше нет. Вот такой примерно ответ. Так, научите питомец Сады России делать прививки абрикосов. Заказал один абрикос, корневая хорошая, прививка сделана неплохо. Но закапывать землю выше прививки. Ты что, с ума не сошел? Абрикос выше прививки? Корни из прибоя? Я вас умоляю, уж до этого дошло. Я же был там, меня же приглашал этот самый, тогда еще живой, Степанов, генеральный директор. Мы сидели за столом, ну, маленький такой семинарчик, вот, у него 8 кандидатов наук. Я им рассказывал, как, чего. Ну, конечно, за один раз много ли расскажешь, там, за пару часов. Когда я вам рассказываю уже полсотни часов, до сих пор еще половину не рассказал. Давайте этот самый абрикос. У меня до сих пор только один такой был, который был закопан выше прививки, мне подарили, прямо подарили в этом стаканчике, матерился, вез в этом самом, хоть и неудобно было, в сумке в этом поезде, привез специально, раскопал там выше прививки корни, они же прививки все мертво.
Просто тот, кто этим занимается, он не знает, сам херовенький, автора говорить не буду. И вдруг вы мне такое преподносите. Абрикос, закопанный выше прививки, это что такое? Это уже вообще, это самое, это значит, что уже поэтому продадут 1000 штук, через 3 года, я вам говорю, не будет ни одного. Он по корневой-то шейку нормально посажен, и тот это самое дохнет. Потому что шейка-то нормально, а выше мокрый снег. И просто сгнивает это основание штамба. Штамб, нижняя часть штамба уже не корневая, просто сгнивает. Только потому что снег мокрый, его много. Да, Сергей, умоляю, пришлите мне это самое, фотографии этого самого абрикоса. Ладно. Так. Вы знаете, наверное, надо на сегодня заканчивать. Так. Ну, тут... В общем, смотрите, я предлагаю на сегодня закончить, так? Вот. Антона, прошу прислать мне ссылку, я завтра посмотрю, что я тут наговорил. С моей памяти. У меня надо готовиться к следующему вебинару. Заметил, иногда повторяюсь. Это из отсутствия памяти, нет хитрости. Вот. Ну и, кстати... О, нет, еще не все отключились. Вот тут только... Это у меня натура такая. Тут это про агент Белого Медведя. Вы знаете, я не читал и не буду читать. Я о другом. Меня вот это поразило, да, когда ученые читали, что они взяли ген этого самого скорпиона, внедрили в этот самый, ну якобы, ну потому что даже сложно поверить, что это реально, но это все на полном серьезе преподносилось центральным телевидением, вживили в организм этого самого картошки, и колорадские жуки начали подыхать. И меня вот это вот убило что? То есть это чистая ГМО, вот, генномодифицированный продукт. И меня вот это поразило, вот эта страшная вещь, какая додумка. Я думаю, господи, да что же это значит? Ну хорошо, мы большие, колорадский жук маленький, он отравится, поедая эту ботву. А мы якобы ничего не будет. А я представил себе, сколько картошки мы жрем, сколько съедает колорадский жук, он же, у него желудочек-то малюхонький, правильно? А у нас желудок-то, он, да, он маленький, а мы большие. Но у нас желудок, у него и у нас соизмерим так же. Мы же люди не богатые, мы картошку жрем килограммами каждый день. А нам говорят, что ГМО это без... это как... Я еще раз говорю, я не читал вот то, что здесь написано. Просто промелькнуло там по это самое. Может, отвечу на следующем вебинаре, если это Антон это скопирует. Вот. Но вот этот момент, да, вот, все знают, что исчезли тараканы почти на всей этой стране. Ну, сейчас мутанты появились. Вот я говорю, они отравились, они питались с нами одним столом. Просто они маленькие, у них поколение за поколением нарастали генетические эти самые болезни. И они раз и исчезли, а мы их вытравить не могли, а они сами исчезли. Мы их своей пищей вытравили, той, что на столе, а крошки подъедали за нами. Значит, наша очередь следующая, только, ну, 10 поколений, 5, 3. Вот, говорят, что дети в школе боятся, что здоровый встречается. А никто тревогу не бьет. Вот. Но мне тоже говорят, у вас монстры, помните эти старые эти наши передачи? Вы растите монстры. Ну, а как же, ведь подвой один, привой другой, а плоды получились ни на папу, ни на маму. Монстры. Ну, я утешаю сам себя, уже не вас. Если взять сок, а на нем написано, значит, персик плюс яблоня. Это даже круче, чем у меня получается. У меня хоть яблоня на яблоне, а слива на сливе, абрикос на абрикосе. Ну, в общем, поняли, да? Давайте на сегодня прощаться, так. На никак интересные вопросы, но всему есть предел. Я потом до утра спать не могу, а завтра ехать плевать. Вот. Буду делать новый, как он называется, новый стратегический запас уже в виде однолетних саженцев. Зачем? Ну, кто знает. Может быть, правда, там найдется там хоть один человек в верхах, кому это понадобится.
Ну все, до свидания, друзья.